Эй, слышишь? Лифт заработал. А вот и неприятности. Держи его в луче света. Лифт заработал. А вот и неприятности. Вовремя.
еще не стемнело. Повторяю. Слава богу, еще не стемнело. Уходим отсюда. Слава богу, еще не стемнело. Уходим отсюда. Если вы все еще там, прошу вас со всей убедительностью, на которую я способен. Нет, ерунда какая-то. Эй, там! Наверху! Эй! Выпустите нас! Эй! Повторяю. Слава богу, еще не стемнело. Уходим отсюда. Если вы все еще там, прошу Нет! Заперто! Ерунда какая-то! Эй, там! Наверху! Эй! Выпустите нас! Эй! По-моему, они нас не слышат. Нет идей, как их открыть. Подожди, давай подумаем, как открыть ворота. Похоже, здесь был вентиль, но его отломали. Надеюсь, его бросили где-то поблизости. Вентиль отломан. Надеюсь, его бросили где-то поблизости. Эти телефоны сломаны уже 1000 лет. Почему его пропустили?
часть моей речи, оно будет крутиться до тех пор, пока в этом будет смысл. Извините за недочет и ошибки. Как вы понимаете, у нас едва хватило времени сделать эту запись, не говоря уже о том, чтобы ответить. Что ты говоришь, Лайк? Ах, да, верно. Вы прослушали речь доктора Айзека Кляйнера, ученого из Черной Мезы. Ну, не просто гражданина Земли, как и все вы. Осталось добавить для всех тех, кто меня слышит. Наконец-то мы развеяли тьму названного врага. Добро пожаловать на свет. Мы втайне разработали несколько устройств, и
надеемся применить их при малейшей попытке возвращения Альянса. Мы продолжаем растить и воспитывать новое поколение... Есть? Ученых. Посмотрим, сработает ли. Ведь Альянс испытывает страх не перед пулями и гранатами. Наконец-то воздух! Боже мой! Осталось добавить для всех. Страйдеры здесь камня на камне не оставили. Добро пожаловать на свет. Никогда еще не была так рада Доку. Осторожно, осторожно, лампа очень горячая. Это камера включена? Да. Хорошо, я не мастак говорить речи, но я постараюсь. Друзья, граждане, жители сети 17, разумные жители, я хочу сказать, люди и представители иных рас. Хотя объяснять недавние события нашим союзникам вортигонтам, видимо, нет нужды. Так или иначе. Во-первых, и самое главное, если вы все еще находитесь на территории сети 17, незамедлительно покиньте город. Мы восстановили большую часть железнодорожной сети, чтобы дать вам возможность уехать отсюда как можно быстрее. В пригородных районах разбиты временные лагеря и пункты эвакуации. Повторяю, немедленно покиньте город. Уничтожение ядра цитадели, несомненное благо для нашего мира, повлекло за собой неприятный побочный эффект. Очень скоро произойдет разрушительный взрыв, размеры которого я не берусь предположить. Однако можно с уверенностью сказать, что он повлечет за собой уничтожение всего живого в радиусе многих миль. Повторяю, бегите из Сити 17, если вы все еще там. Прошу вас со всей убедительностью, на которую я способен. Ну а если вы уже находитесь в одном из наших эвакуационных пунктов, спешу вас обрадовать. Положительным побочным эффектом уничтожения реактора явилось разрушение полей, подавлявших функцию размножения. Эти поля препятствовали формированию определенных протеиновых цепочек, необходимых для развития эмбриона. Теперь, с исчезновением полей, для всех желающих настало время плодиться и размножаться. Иными словами, и проще говоря, пора задуматься над тем, что вы можете сделать для восстановления нашего вида. Не откладывайте дело в долгий ящик, поскольку неизвестно, сколько времени нам удалось выиграть перед тем, как Альянс попытается вернуть себе господство, а это неизбежно случится. Поскольку прежде у нас не было возможности открыто говорить о вредительской деятельности Альянса, мне нужно очень и очень многое вам сообщить. В ближайшие дни я планирую написать для вас серию познавательных брошюр. На данном этапе, как ни жаль, придется обойтись относительно краткой информацией. Последствия дестабилизации реактора Сити-17 не явились для нас неожиданностью, пускай мы и не решались высказывать наши слабые надежды вслух.
Разрушительный импульс временно остановил работу всей сети реакторов цитадели. Мы полагаем, что благодаря этому все телепорты Альянса, а также система связи, основанная на идентичной технологии, выведена из строя. Иными словами, силы Альянса, расквартированные на Земле, изолированные, отрезанные от остальных. Тем не менее, мы считаем, что это временное положение вещей. Как нам довелось выяснить на собственном печальном опыте, малейшая брешь в черной мезе позволила врагу занять плацдарм и расширить портал, сквозь который прошли целые армии. Помимо инопланетных существ, на Земле осталось множество модифицированных человеческих особей, которые сделают все возможное, чтобы восстановить связь и призвать подкрепление. Но даже несмотря на это, впервые за последние 10 лет у нас появилась надежда. Мы втайне разработали несколько высокотехнологичных устройств и намереваемся применить их при малейшей попытке возвращения Альянса. Мы продолжаем растить и воспитывать новое поколение ученых и техников. Ведь Альянс испытывает страх не перед пулями и гранатами, но перед нашей волей, нашим интеллектом, нашим умением найти свое уникальное средство борьбы против каждой новой угрозы. Наша главная надежда — наш дух, несмотря на то, что его так легко пошатнуть. Все мы пережили гибель родных и друзей от рук Альянса. Все мы смотрели, как наши соседи поддаются на их провокацию, утрачивают человечность и превращаются в винтики машины уничтожения. А тех, кто боролся, ждала еще более страшная участь. Но самое главное, даже в таких ужасных условиях мы сохранили человечность. Только она позволит нам сплотиться перед неизбежной угрозой и обрушить на врага жестокую кару. И... Ах да, если вы почему-либо пропустили часть моей речи, она будет крутиться до тех пор, пока в этом будет смысл. Извините.